что выбирают жители республики. Либо низкий тариф, и при этом вопросы с надежностью, либо адекватный тариф с адекватной надежностью. Вопрос ребром поставил директор компании Россети «Сибирь» Павел Акилин. Энергетики озабочены. Только сфера ЖКХ задолжала компании более 150 миллионов рублей. Есть вопросы по Аскейскому району, Сорску и Вершине Тёи. Они тоже погрязли в долгах. А между тем электроопоры, линии передач требуют ремонта и обслуживания. Так, число часто отключающихся линий выросло вдвое. Задолженность по-прежнему растет. И, собственно говоря, схема МУП, накопление долгов, банкротство, новый МУП, она продолжает быть. В каждом из них за 5 лет уже там 4-5 МУП появляется. То есть, соответственно, понятно, что они уходят в банкротство, и денег мы не видим. По Хакасии 60% деревянных электроопор, которые работают на износ, часто ломаются, оставляя и людей, и предприятия без света. Но ремонтировать их не на что, утверждают энергетики. Выход видят один – повышать тариф. Что надо сделать? Это нормализовать платежную дисциплину. Ну, первое, что убрать вот эти вот МУП, долги, банкротство МУП. Да? Все-таки мы выступаем за создание казенных предприятий, формировать комплексные заявки тогда, когда есть комплексная застройка, то есть идет нарезка участков для ИЖС. Ну и, собственно говоря, тариф, который надо повышать. Неэффективные затраты на льготное техприсоединение, говорят специалисты, опустошило карман компании на 700 миллионов рублей. Энергетики понимают, что повышение тарифа обязательно вызовет бурю негатива, но по-другому никак. При текущем раскладе привести в порядок оборудование можно, но по их расчетам только за 75 лет. Сегодня повышение цены на электричество прокомментировали в Госкомтариф Энерго. У комитета совершенно иная позиция. Хочу как раз успокоить и население нашей республики, и всех, кто получает электроэнергию. Все, что было озвучено, не соответствует действительности. Хочу обратить внимание на тот факт, что согласно отчетным данным, представляемым как в Минэнерго, так и в орган регулирования, все сетевые организации предоставляют отчетные данные. И мы той ситуации, которая была озвучена, не видим. Из года в год надежность и качество сетевого комплекса у нас в республике только улучшается. Госкомтариф Энерго поясняют, деньги на модернизацию Россети Сибири есть. Например, за наращивание качества они получили 30 миллионов рублей. Были и другие дотации. Ситуация спокойная. Впрочем, Манук Данданян говорит, что энергетики заявку на утверждение тарифа подали. Сейчас ее внимательно изучают. А еще в контролирующем органе предложили сесть за стол переговоров и не вводить в заблуждение ни население, ни власть. Чем все закончится, покажет время. Полина Назарова, Дмитрий Парахин, Андрей Доржу, РТС.